Уже с февраля в России вырастут социальные выплаты и пособия. Всего их более 40. Рост почти на 7,5%. Единовременное пособие при рождении ребенка составит без малого 24,5 тысячи рублей. Проиндексирован будет и мат-капитал. На первого ребенка с 1 февраля будут выплачивать 630 тысяч рублей. На второго и последующих 834 тысячи. Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом, который утвердил президент в прошлом году. Увеличится помощь семьям. В первую очередь речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка и ежемесячном по уходу за малышом. Вырастет также материнский капитал. По поручению главы государства он стал индексироваться в течение последних нескольких лет. 2024 в России объявлен годом семьи. Оправдывая этот статус, государство выходит на новый уровень поддержки семей. Особое внимание многодетным. На федеральном уровне теперь закреплен и их статус, и социальные гарантии. Глава государства подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных семей. Теперь родители, которые имеют 3 и более детей, смогут получать равную поддержку по всей стране, независимо от региона своего проживания. Действовать она будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 при очном обучении в образовательной организации. Регионы тоже должны участвовать в расширении мер поддержки для многодетных семей. В список рекомендованных включат бесплатное питание для детей, лекарства для малышей до 6 лет, бесплатный проезд в общественном транспорте и даже скидки на оплату коммуналки. Уважаемые коллеги, все положения указа необходимо выполнить оперативно. Также прошу внимательно контролировать, как он реализуется. Семьи, тем более многодетные, должны получать максимальную заботу от государства. Кроме того, увеличатся выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, героям России, героям труда и другим категориям. По оценкам правительства страны, эта мера затронет примерно 20 миллионов человек. Как сообщили в социальном фонде, сейчас в России больше 940 тысяч многодетных семей получает единое пособие. Если считать в малышах, это больше 2,5 миллионов детей. Юлия Парунова, «Наши новости».